Бакер, жмите, идет! Доброе утро. Феликс, мы проспали. Давай, скорее. Первый день Феликса в новой школе, и в то же время это его последний шанс. Запрещено кричать, бегать и прыгать. Значит, можно только дышать и учиться? Тихо, дышать и учиться. Есть только маленькая проблема. Ты нарушил больше правил в первый день, чем другие за весь испытательный срок. Ой-ой. Если вдруг будут с ней проблемы, просто представь ее голой. Ну или крохотной, это тоже работает. Тебе не место здесь. Этой весной. Ой, подъем. Что это? Кошмарный сон? Да, можно и так сказать. Ух ты, офигеть. Фрау Шмидгёсен войну уменьшилась? Это кукла? Сейчас же сделай меня большой. Что это ты делаешь? Теперь вы моя шпаргалка. Да ни за что. Помогу, если поможете мне. В школе слишком мало учеников. Остается только закрыть школу. Я не позволю этой тряпке забрать у меня мою школу! Чтобы спасти школу... Осторожно, они очень... пыльные! Взрослые дети... должны объединить усилия! Мне срочно нужен завтрак! Ты что-то сказал? А? Нет! Разве что про себя! А-а-а! Помогите, я уменьшил свою училку! Порезать? Нет, я сам. В кинотеатрах с 1 апреля.